Всем привет! Я решила начать новый влог, потому что у меня сегодня понедельник, новая неделя. И вот такой у меня огромный заказ. Это еще не все, это, наверное, только часть всего заказа. В общем, тут очень много наклеек. Часть, где у меня оставалось пустое место. В общем, я такие штуки сделала с погодой. Если что, их потом буду, наверное, в подарок складывать. Ну и вот такие цветные еще есть. Опробовала новый принтер, все хорошо печатает, и вот эти цветные очень даже приятного цвета стали. Вот. Ну, правда, некоторые вот в розовые уходят, но я там смотрю еще с режимами печати. Вот, так что извиняюсь, конечно, за шум. У меня два плоттера одновременно работают. И все вот эту кучку вырезать. Вот я вот за сегодня сделала макеты. Напечатала, и вот сейчас обрабатываю сзади, чтобы вот здесь липкого слоя не оставалось от коврика. Вот. Еще у меня кое-что будет интересненькое на этой неделе. У меня тут блокнотики нашлись, которые... Это у нас термотрансферная пленка, или термотрансферная, без разницы, как по мне, куда ударение ставить. В общем, у меня здесь три блокнота, я, наверное, уже завтра буду показывать, а-ля Мидори. То есть здесь вставляются резинки, и в них вставляются тетради. Вот. Это у меня остатки остались от тех блокнотов, которые я раньше делала. И вот девушка меня как раз попросила, ей три штуки нужно. Завтра вырежу наклейки с именами и буду приклеивать. Ну, в общем, на подарки. Очень хорошая идея. И по поводу блокнотов у меня тоже есть одна небольшая идея, но пока я ее не буду, наверное, рассказывать. Оставлю ее на попозже. Вчера я доделала часть заказа. Вот такая стопочка получилась. А здесь 120 наклеек. Такая внушительная стопка. Не знаю, я, наверное, этот заказ, скорее всего, буду отправлять не в конверте, а в коробке, потому что он получается очень большой. Так, это у меня лист тут доврезался. Надо будет сейчас снять его. И хотела показать еще палитры, которые я распечатала на новом принтере. Наконец-то он мне дошел. Все с ним хорошо. Я вот распечатала в двух вариантах. И мне кажется, они даже, можно сказать, практически одинаковые. Вот это, наверное, немного посветлее. Вот, я, наверное, в ближайшее время выставлю новый пост с... Хотя нет, так вблизи смотришь. Нет, темные чуть-чуть отличаются. Ну, не сильно, я бы так сказала. Да, только почему-то у меня золото сейчас какого-то непонятного цвета. Коричневого я почему-то думала, что оно будет другого цвета. Ну, изначально планировала. Вот, так что я, наверное, в ближайшее время сделаю пост с новой палитрой, чтобы не вводить людей в заблуждение по поводу цветов. И вот, кстати, вот этот, да, вот тут пинат, капельки, которые я... Ну, делала там, где у меня пустые места оставались. Это вот был цвет пинат. То есть вот здесь он еще более-менее адекватный, а вот здесь какой-то вообще в розовый ушел. Вот, ну вот здесь вроде такой же практически, чуть-чуть, может быть, поярче как-то, понасыщеннее. Вот, так что такие дела. Буду я сейчас дальше доделывать наклейки. Новые листы сейчас поставлю вырезаться, печататься. И буду вырезать из термотрансфера надписи. Сегодня надо будет их приклеить. Еще мне нужно будет распечатать и сшить тетради. Так как эти блокноты формата, опять, наверное, сейчас их покажу. Я сейчас сниму уже до конца наклейки. Но сейчас опять
ужасно жарко. В общем, я принесла себе вентилятор. Надеюсь, его будет не слышно. Это у меня желтое золото. Пленка. Так выглядят мои блокнотики. Я раньше их очень много шила, всяких разных форматов. И даже у меня были мои самые любимые. Это вот здесь получается у нас итальянский кожзам. Я думаю, многие, кто скрабукингом занимается, знают, что это такое. Вот. Раньше все из них делали альбомы, блокноты и все остальное. Вот. Но потом я нашла такой материал, называется крафт-текстиль. Вот так вот он выглядит. Это, в общем, сочетание и крафта, и, ну, в общем, и бумажного чего-то, и ткани. В общем, он такой классный. Он очень прочный. Им даже обтягивают чемоданы. Вот. И вот я раньше такие блокноты делала свои и продавала. Вот такие у меня были прикольные. В общем, и потом уже спустя несколько лет, после того, как я их уже сейчас перестала делать, я смотрела, что у Файлофакса вышли вот из такого тоже из крафт-текстиля блокноты разных там форматов. Вот, так что я подумываю, возможно, тоже все-таки возобновить производство таких блокнотов. Вот. Девушка мне написала, что ей нужно 3 блокнота, и как раз у меня 3 осталось. 2 синих и 1 зеленый. В общем, так, это не надо. А здесь у меня синие, получается, с карманами. Один большой, 2 маленьких. И вот здесь внутри резинка, как в Мидоре. Вот. А тетрадки здесь у меня идут формата А5. То есть это вот тоже это мои тетрадки, которые я раньше печатала и прошивала посередине. Вот, они сюда вставляются под резиночку, еще потом резинка и 2 тетрадки. В общем, здесь выходит 3 тетради. Синие у меня одинаковые, вот, а у зеленого, по-моему, тогда у меня кожзама не хватило, и я его сделала без этих, без кармашков. Вот, они у меня все уже готовые, прошитые, осталось только надписи приклеить. Сейчас я их буду вырезать, и надо будет тетради тоже напечатать, сшить. Все это собрать, вставить, красиво упаковать, чтобы девушка уже их подарила своим девчонкам. Вот. Так что я пойду дальше печатать, сейчас вырезать и буду вам показывать, что там будет дальше. Что я продолжаю делать тетрадки, наклейки. В общем, здесь у меня готовых наклеек уже 223 сета. Здесь разные всякие иконки. Я, наверное, их не буду показывать, потому что их здесь очень много. И, ну, то есть какие-то тут есть из моих, какие-то мы с девушкой добавляли. В общем, их тут очень много. Разные иконки. Потом мы смайлики сделали. Так, ладно, чуть-чуть достану, покажу все-таки. Смайлики сделали, которые она попросила, и они 8 миллиметров, то есть они побольше. Вот их тут много разных. Потом крем. Круг 13,6 миллиметров, цифры, ну и также там тут телевизор, шарики, покупки, уколы и много-много другое. Вот, с этим практически я закончила, конечно, но еще там будут наклейки, так что в процессе еще изготовления этот заказ, остальные я уже 2 у меня готовых, девушка еще попросила там дашборды из наличия для персонал, и сейчас я занимаюсь 3-м заказом. Это блокноты мои, которые я буду здесь у себя в городе отдавать. Я сшила сейчас тетради. Вчера их напечатала. Вот так они будут выглядеть. Крафта у меня, к сожалению, не оказалось для обложек, как я раньше вот такие делала. Вот. Поэтому я нашла у себя вот такую бумагу для пастели. Она как раз синего и зеленого цвета. То есть у меня для зеленого блокнота будут зеленые тетради, а для 2 синих будут, соответственно, синие тетради. Я их сейчас... В общем, у меня тетради состоят из обложки. Кстати, так удобно. Я включила вчера печатать странички на лазерном принтере, но он их мне напечатал как-то криво-косо. В общем, для меня лазерный принтер — это вот только для кальки он у меня, и все, больше никак я его использовать не буду, потому что он вообще... Мне кажется, ужасно как-то печатать, тем более, когда нужно с двух сторон напечатать одинаковую, ну, в этом случае, клетку.
И он съезжает, у него где-то то она криво, то косая, в общем, эти листы еще такие выгнутые, потому что он нагревает. В общем, для меня это вообще какой-то ужасный принтер. Я вообще не знаю, как люди на этих принтерах лазерных печатают. Для меня струйные — это вообще все теперь. Теперь у меня еще два, вообще это супер. Вот, на одном, на старом принтере я включила черно-белую печать вот этих страничек в клетку, и на другом сделала, ну, тоже, правда, черно-белая печать, ну, и наклейки я параллельно печатала, потому что здесь было 90 листов. То есть это надо было сначала 90 страниц напечатать, потом развернуть и еще 90 напечатать, потому что у меня здесь 9 тетрадей, по 3 на каждый блокнот. Вот. То есть у меня на одном принтере печатали странички, на другом обложке я напечатала параллельно еще наклейки. Вообще, короче, супер. Я очень рада, что у меня теперь два принтера, два плоттера. Вообще, они одновременно все работают, и я намного быстрее все это получается у меня сделать. Вот. Здесь у меня получается обложка формата А4, потому что здесь в тетради будут формата А5. То есть раньше я еще делала для Trellis ноутбука вот такого плана. Это тоже одно из моих творений. Вот. Они, так как уже, они, наверное, скорее всего, вот, как personal практически. Вот, я их обрезала, соответственно, клетка была уже, и здесь я побольше обрезала. Ну, вот, а здесь прям чуть-чуть обрежу так, чтобы... потому что когда сложится, здесь будут торчать странички, их мне придется обрезать. Благо, у меня резак тоже большой для этого есть. Вот. Здесь 10 листов, то есть мы их когда складываем, получается 20 листов. Я их прошила на машинке, поняла, что машинка моя не очень хочет шить ну, тетрадки, и мне надо будет в ближайшее время как-нибудь тоже задуматься о покупке новой машинки. Вот, но она у меня давно уже с ума сходит, надо либо ее отнести в ремонт, там посмотреть, чтобы там ее почистили, все сделали, и, возможно, что-то там поменяли, потому что она часто пропускает, в общем, какую-то верхнюю или нижнюю строчку, и здесь у меня получаются такие, как пропуски. Мне пришлось одну тетрадку там на 3, по-моему, раза перешивать, потому что она мне пропускает. Вот, так что сейчас я прошила, мне надо прогладить вот здесь сзади вот эти вот, где выходила иголка, то есть они немного торчат, я их обычно палочкой для беговки проглаживаю, чтобы она не торчала, сейчас надо ее найти. Вот, я их проглаживаю, чтобы они не торчали, и потом буду обрезать ниточки. Закрепки я сделала на машинке, чтобы потом их уже и вручную не завязывать. На это время не терять. Так, тоже другой тетрадки. Я, получается, обрезала ниточки, и мы ее складываем по нашей линии шва. Сейчас я подвину, то мне мешается тут. Конечно, давно я уже такие блокноты не делала. Тетрадки, блокноты. Все, мы ее сгибаем. Тоже так же аккуратненько проходимся палочкой для беговки, все это загибаем ровненько. Все, у нас получается такая красивая тетрадь. Единственное, я, ну, здесь сбоку я в любом случае там где-то, наверное, пол сантиметра обрежу, чтобы она у меня была здесь ровная. По-моему, крайний раз вот у меня были тетради 14,5 сантиметров я их делала, да, как раз тут вот 5 миллиметров уйдет. Вот, ну и все. И будем их вставлять. Еще там для одной тетради я хотела сделать новую резинку, потому что та сильно, сильно плотная какая-то. Мне не нравится. Мне кажется, она слишком сильно зажимает блокнот. Это в зеленом. Так что я там поменяю, наверное, резинку поменяю, сделаю чуть-чуть прям подлиньше. Сейчас я, наверное, сначала все обрежу, потом все сложу. Потому что метод конвейера, как оказалось, очень даже эффективен. Когда ты делаешь что-то, сначала одну какую-то задачу, потом другую задачу. Вот, ну и сейчас я параллельно еще буду доделывать наклейки. Там нам осталось чуть-чуть сделать вот этих человечков на формат Personal Plus. И еще все-таки меня девушка уговорила сделать ей разделители дашборды. То есть у нас будут разделители, точнее дашборды с табами. Вот. И еще там так получилось, что девушка решила... Ну, мы с ней так дошли до решения
задачи, которые она хотела. То есть у нас идут, ну, разделители, у них идут табы, и табы, ну, то есть у нее там не просто картинки, а разные фотографии. Ну, то есть и фотографии, и картинки, и они, в общем, так как картинка выходит на сам таб, он получается у нас, ну, разных цветов. То есть когда у нас в собранном виде разделители стоят в блокноте, то сами табы получаются разного цвета. Выглядит это не всегда, ну, красиво. И так как некоторые, так как пара фотографий там были темноватые, и на них черные потом надписи на табы будут не видны, мы решили сделать, что картинки будут просто прямоугольные, а табы будут... Пока снимала, у меня закончилась память. Я говорила о том, что... В общем, мы решили сделать табы такого серо-бежевого цвета, как раз цвета тауп. Ну, а получается, сам прямоугольная вот эта картинка будет как раз у нас, ну, с картинкой. Вот, а табы будут одного цвета, и на них как раз будет и хорошо видна надпись. И они будут такой, знаете, в общей цветовой гамме. То есть, если у нас не открыт блокнот, то они бежевые такие торчат табы с надписями, и все красиво смотрится. Вот здесь у меня принцип в этих блокнотах такой же, как в Travels ноутбуке. То есть у нас две тетрадки на резинке и одна уже в блокноте тоже под резинкой. И потом под эту основную тетрадку мы вставляем еще две. И у нас получается блокнот из трех тетрадей. Вот. Ну, либо вообще можно туда на самом деле какую-нибудь общую тетрадь поместить. Там, в принципе, я думаю, места даже очень достаточно будет. Вот. Ну и все. Такой прекрасный блокнот готов. Все, красота. Мне прям нравится. Так, здесь еще у нас три синеньких. Можно вот такие резинки, которые вот кольцевые, добавлять еще больше и сделать, допустим, не три тетради, а пять тетрадей. То есть еще парочку тетрадей можно туда сюда вставить. Вот, вот эту резинку. Ну, либо вообще две оставить, допустим, или четыре сделать, чтобы, ну, среднюю не вставлять тетрадь. Можно четное количество тетрадей сделать. Ну все, еще один синенький красавчик готов. Все, с синими я разобралась, теперь осталось зеленым. Мне не совсем нравится, что у него и вот эта резинка такая тугая получилась, то есть когда его закрываешь, она его сильно сжимает. Вот мне не нравится, он сильно сжимает. В общем, я сейчас ее на другую заменю. Сейчас уберу вот эти вот зажимы все. И новую резинку ставлю. И вот эта тоже получается такая очень тугая. Либо это сама, в принципе, резинка более тугая. Она и более толстая, чем вот эта черная. Вот, посмотрю, если у меня есть потоньше, может быть, потоньше поставлю. Либо эту просто сделаю чуть-чуть подлиннее. Потому что, как мне кажется, слишком уж она такая тугая получилась. Хотя вот на тетрадке одевается нормально. В принципе, для этих целей нормально, она сюда не убежит. А вот закрывашку мы сейчас, наверное, все-таки поменяем. Так, все. Да, наверное, мы сейчас все-таки только закрывашку поменяем и поставим. Выровняли. Кстати, на зеленый кожзам надпись очень хорошо приклеилась, прям быстро. Я не помню, я показывала или нет, что они у меня все готовы уже, надписи. В общем, это врачи будут, будущие врачи. Такие наклейки со змеей прикольные и надписи. Вот, три надписи, ну а эти картинки сверху одинаковые. Вот, ну и здесь мы сейчас поменяем.
их, наверное, обрежу, потому что так я их вряд ли сниму уже. Раньше я очень часто делала такие блокноты. У меня их прям очень много было. Нашла я, по-моему, другую резинку. Она как раз, да, потоньше. И мы из нее и сделаем сейчас. Так, эти зажимы я принесла. Так, наверное, все-таки по этой померю. Ну, она такая потоньше и не такая жесткая, как та резинка. Главное не забыть что-нибудь сделать. То, что нужное. Так, знаете, нет, потоньше, но я все равно все-таки так буду делать. Я уже забыла, как они у меня были вставлены. Так. Очень удобные такие зажимчики для папок там, ну, для вот этих закрывашек. Надо проверять, что она хорошо туда вставилась. Я их покупала в магазине Сидоси, по-моему, называется. Это магазин, ну, наверное, таких для производств больше, типографии там всякие. Есть кольцевые механизмы, правда, некрасивые, такие больше для папок, для каких-то, вот. И там я заказывала. Получается, вот эти вот зажимы для резинки. И еще другие сейчас тоже покажу зажимы. Вот такие. Они как раз вот соединять между собой две резинки, которые вот между тетрадок. Все у нас вставилось. И прекрасно закрывается, да, так не сжимает, вообще супер. Я думаю, все-таки, наверное, поменяю я внутренние резинки тоже, потому что как-то меня они немного не нравятся. Они мне, этот перфекционист во мне не дает мне покоя, все время что-то надо поменять, довести до идеала. Если у меня идеально не получается, то я лучше вообще не буду делать. Это как раз касается сейчас этих дашбордов. Так что не обижайтесь на меня, но я их, наверное, делать больше не буду. Спокойствие мое и заказчиков мне важнее. Так. Вот как раз эти резинки, которые зажимают тут между собой две... точнее, зажим, который между собой две резинки зажимает. Вот она такая прям очень тугая. Короче, мы ее ставим все-таки. Так, а здесь я, наверное, все-таки либо вытащу. Да, вытащу. И, конечно, идея создания своих блокнотов все-таки меня не покидает, как раньше я их и делала. Я даже записала курс по созданию блокнотов из крафт-текстиля. Он у меня даже продавался раньше. Сейчас уже давно не продается. Вот. Ну, желающих на самом деле было не так много, как хотелось бы. Вот поэтому я его и больше, ну, как-то про него и не говорю. Вот, а на самом деле крафт-текстиль очень такой классный материал. Он и легкий, и прочный, и его можно даже стирать. В общем, такой очень классный материал. Я когда из него делала блокноты, обложки там на паспорт, на автодокументы. Мне очень нравилось делать из него изделия, потому что он и в работе очень удобный, и а те же вот термотрансферные надписи, которые вот как здесь, то есть это пленка вырезанная и приклеенная к обложке. Вот. Здесь, допустим, на кожзам ее, ну так,
так как кожзам, он такой достаточно вредный материал, я бы так сказала. Ну, он такой нежный. Вот. А, ну, к нему проблематичнее приклеить эту термотрансферную надпись. Надо как-то очень осторожно, чтобы его не повредить, потому что он от перегрева начинает портиться. Вот. А с крафт-текстилем намного все проще. Так что... мой один из любимых материалов для создания тех же обложек, блокнотов и так далее. Так, все, резинки я сделала. Да, так, конечно, с этими резинками намного приятнее. Ну и все. Вот у меня готово, осталось мне их только упаковать красиво. Всё. Таких у нас три красавчика получилось. Так, ладно, я их сейчас буду отфотографировать, отправлю заказчице и буду их потом упаковывать вам, наверное, уже покажу, когда упакую. Я уже почти доделала заказ, мне осталось совсем чуть-чуть. Я напечатала последний лист, и я его напечатала вчера, сегодня у нас уже четверг. И я решила, что вот в четверг я спокойно уже все доделаю, потому что заказ у меня готов, мне осталось только упаковать и пойду огурцы солить и варенье варить. Вот, домашнее дело пойду делать. В общем, тут у нас остались, я думаю, как видно, тут уже пленка у меня пошла, которая с более толстой подложкой, там у меня чуть-чуть листов осталось. Потому что все с более тонкой уже закончились. У меня, я как раз открыла новую пачку недавно, 50 листов, и всю ее потратила. Вот, ну, конечно, я заказала, уже идет новая. А, ну, она еще пока не дошла. Вот, поэтому я взяла из заначки то, что у меня осталось, вот эта бумага. Вот, я поняла, что все-таки я буду делать на той, которая с более тонкой подложкой. Я в очередной раз просто в этом убедилась, потому что к этой бумаге очень сильно липнет вот этот липкий слой, который на коврике. Вот. К той он практически уже не липнет. Ну, то есть я там буквально там два раза вверх, два раза вниз прошлась с этим ластиком, и все. И ну, вот этого липкого слоя нету. А здесь приходится так получше прям оттирать его, чтобы они потом между собой не склеились и эти сами наклейки не снялись. Вот. Из заказа у нас получается тут to-do list. А это у нас Times шрифт написан. Также Times дни недели. Этих, по-моему, по 7, по 3 листа. И еще один лист с месяцами. Вот. Ну и там на сете с месяцами, конечно, влезло, по-моему, даже аж 4. Да, вот. Аж 4 набора. Да. Вот, так что этот у нас один листик. Поэтому все, у меня заказ все готово. Сейчас будем собирать вместе с вами и буду показывать, что в других заказах и в этом. И этот я буду, конечно, упаковывать в коробку. У меня как раз есть коробка с дек. Ну и, соответственно, с деком мы и будем отправлять, потому что такой заказ большой. Я почтой точно не буду отправлять. В последнее время почему-то почта очень сильно вредничает. И уже несколько заказов у меня теряется. До этого у меня потерялось, ну, там даже не один, как потом выяснилось, просто девочка мне не писала, там два или три заказа, они просто зависают в каком-то пункте приемки в каком-то городе. Вот в прошлый раз в Москве зависли, в этот раз две посылки зависли в Кемерово у меня. То есть уже неделя прошла, уже больше, а они еще до сих пор в Кемерово зависли. Я написала заявление в прошлую пятницу о том, что посылка утеряна, и они вот наконец-то вчера пошли и дальше. Я не знаю, почему это, с чем это связано, потому что, ну, это вообще не очень приятно, когда ты ждешь. Ну, обычно посылка приходит, я вот в пятницу отправила, к следующей пятнице она уже приходит в любую точку там России обычно. Даже в Калининград, в принципе, быстро доходила. А сейчас она почему-то зависает. Я не знаю, то ли им мои конверты нравятся, они их там разглядывают на почте, то ли что, я не понимаю. Вот, и у меня тут возникла мысль, если отправлять посылкой первого класса, она будет быстрее доходить или нет, или надо будет, знаете, мои конверты еще дополнительно в почтовый конверт упаковывать, чтобы не видно было, что там за печать там или еще что-то, чтобы никто не разглядывал, не нюхал, не трогал.
и дальше просто отправляли и не обращали на это внимания. Вот. Так что надо будет с этим сегодня, завтра на почту поеду, спрошу, если посылка первого класса, она как-то быстрее доходит или нет. Но она в любом случае будет дороже, придется доставку поднимать. Ну, короче, надо будет утрясти этот вопрос. Либо вообще перейти на СДЭК. Ну, как бы СДЭК не всегда всем удобен, потому что он не во всех городах там много этих пунктов выдачи. В общем, надо что-то думать, потому что, ну, это уже вообще не вариант. Раньше вообще всегда все прекрасно доходило, а сейчас в последнее время какие-то тормоза появляются у нас. Так, все, здесь у меня готово. Вот такое я уже тут разложила по пачкам, так как девушка отказалась от металлических коробочек, потому что ей в другую страну уезжать, и ей неудобно их с собой возить. Я их просто разложила по конвертам. Столько много конвертов у нас получилось. Ну, в общем, тут у нас сколько? 250, наверное, где-то с этого. Сейчас эти мы тоже сюда положим. И у нас еще остались табы. Табы-бантики. Мы пытались найти идеальный цвет тауп. То есть он, чтобы был не просто серым, а таким тепло-серым. Но вроде все получилось. Вот эти, кстати, тоже надо будет сзади протереть. И еще раз напомню, что это у нас пленка, которая для табов я использую, она полностью прозрачная. Она, кстати, у меня тоже закончилась, надо будет сейчас пойти и заказать ее. Вот. Ну и здесь тоже надо протирать сзади, потому что она липнет, чтобы у них в процессе перевозки, ну или вообще использования, не слиплись между собой. Я проверяю, чтобы она не липла. Ну и все. Табы наши готовы. Так, я думаю, наклейки я, наверное, уже не буду показывать. Там, в принципе, практически все одинаково. Ну, как бы сеты, обычные, стандартные там иконки, эмодзи и кружочков чуть-чуть. То есть, в принципе, там все из стандартных, но есть некоторые новые иконки. Я их, надеюсь, у меня будет в ближайшее время побольше времени. Так как я дашборды все-таки перестану делать, больше их не буду делать, потому что я тут намучилась вчера с ними и поняла, что точно я уже не буду их делать. Простите меня, но надо будет кого-то искать другого, кто сможет этим заниматься. Потому что нервы мои мне все-таки дороже. Вот. Будет у меня побольше времени, я добавлю новые сеты, новые какие-то миксы сделаю с новыми иконками. И, ну, и добавлю их в магазин, и вам будет удобнее и, ну, интереснее их заказывать. Новое что-то появится. Так, закладки у нас в подарок идут. Потом палитру цветов на новом принтере я распечатала. Тоже мы ее в подарок. Дальше у нас здесь идут... Таб-разделитель. Сейчас я покажу, какую-то часть покажу, остальные не покажу, потому что там личные фотографии, которые я не буду показывать. Так, календарь у нас на 25-й год. Это глянцевая ламинация, односторонняя печать. Здесь на 24-й то же самое. Так, здесь у нас получается формат Personal Plus. Это, как он, Personal White еще пишет 121 на 171. Но так как у девушки там чуть-чуть еще на миллиметрик побольше по сторонам, у нас получилось 122 на 172. Я заполнила лист вот этими человечками. То есть у нас здесь два сета. Один вот такой, ну, то есть тут их много. И один вот с этими человечками. Вот. Здесь у нас два листа. Еще вот, получается, тут кофейных половина и еще вот таких человечков тоже. Вот, потом индивидуальные миксы мы сделали с теми иконками, которые ей нужны. Здесь у нас 4 листа. Все продыроколено. Вот, и про те дашборды, которые я говорила, разделители. Вот у нас цвета, получается, мы сделали. То есть у нас вот прямоугольная идет картинка, а сам таб другого цвета. Вот как раз этот цвет тауп под обложку, понятное дело, что тауп, Modern Personal Plus. Вот, то есть здесь у нас идет картинка, мы сделали, так, да, двустороннюю,
Но двусторонняя печать мне не понравилась, потому что она здесь немного съезжает, потому что принтер не может прям идеально миллиметр в миллиметр там напечатать. Вот поэтому я не буду делать ни двусторонние, ни вообще дашборды делать не буду. Вот, но девушка сказала, что это обратная сторона, и как бы ей, ну, не совсем, ну, ей не критично, поэтому мы их все-таки сделали. Вот я хотела ее отговорить от вообще их и создания, но все-таки мы сделали. Вот. Ну и тут идет у нас сколько? 8 получается табов. Вот, ну, картинки я не буду показывать, там, в принципе, разные картинки. Двусторонняя печать у нас. Все. Тут все готово. Сейчас я буду это упаковывать и показывать вам следующие заказы. Так, ну и оставшиеся 2 заказа у нас. Так, подарочный конвертик. А здесь у нас в подарок, по-моему, шли, да, как раз 4 сета. Погоду мы сделали. У меня продолжается бум на формат покет. И здесь у нас тоже много покетов. Здесь у нас идет сет с погодой. Потом тут, по-моему, со здоровьем. В общем, также девушка выбрала иконки, какие ей нужны были. И мы их распределили, ну, по там, поскольку нужно строчек, на листы покет. Я думаю, это очень удобно. На самом деле, я тоже так же себе делаю. Мне прям очень нравится. Здесь у нас магазины. Разные тоже всякие кошачьи иконки. Спорт, уборка, в общем, тут много всего. Цветные тоже смайлики есть. Вот, так что здесь у нас тоже много покетов. Но это намного удобнее, видите, столько иконок, и они занимают не так много места, еще тем более их можно там между собой как-то, ну, какие-то брать, какие-то не брать. В общем, у вас столько много иконок, и вы также их в кольца вставили. Мне кажется, очень тоже удобненько. Так, потом дни недели у нас идут также квадратненькие, как в предыдущем заказе. Соцсети, месяца, и еще у нас тут погода. Каждой иконки, получается 8 сетов, каждой иконки по листочку. Вот, все, здесь у нас заказ готов. Сейчас я его сразу упакую. Сразу приготовила конверты для следующего заказа. Так, сюда маленькие положу. И сюда у нас большие. Такие наклейки у меня крафтовые закончились. Надо попробовать еще раз такие сделать. Мне кажется, они очень красиво смотрится. Прям я люблю крафт. Вот, но мой плоттер не очень любит вырезать. Это я на старом плоттере вырезала. Надо, кстати, попробовать на новом. Может быть, новый будет лучше с этим справляться, с этой задачей. Потому что прошлые разы я вырезала, тут я много листов испортила, потому что он просто криво мне вырезал. Так, все. Здесь у нас готов заказ. И следующий заказ у нас здесь дашборды из наличия. Девушка попросила показать ей, что у меня есть в наличии. И взяла дашборды на Personal и Pocket из того, что у меня, в общем, ну, оставались они хорошие, то есть они не косячные, просто у меня лишнее место оставалось на листах, и я его заполняла хорошими дашбордами. Вот такие. Это у нас на Personal. Где-то же пленка еще есть и калька. Так, закладки. И на покет также она мне спросила, что есть в наличии. Я ей скинула. И вот тоже она тут выбрала кальки. 3 штуки. И дашборды. Здесь у нас глянцевая ламинация. Я кальки между ними положу. Все, здесь у нас тоже готово. Так, и еще из скидочных сетов тоже девушка выбрала какие-то. И мы еще делали отдельные
тут месяца. И с ее надписями в прямоугольничках у нас, ну, слова, соответственно. Все, тут тоже у нас все готово. Ну и все, на этом неделе моя закончена. Такая интересная, насыщенная разными заказами, тоже интересными. Я люблю такие недельки. Так, здесь у нас заказ, здесь подарочные. Все, я буду заканчивать. Всем большое спасибо за просмотр. Всем хороших выходных, отпусков, у кого что, потому что я на следующей неделе тоже на недельку уезжаю в отпуск на озеро. Буду там купаться, надеюсь, много писать. И потом обязательно вам покажу, что же там интересного у нас было. Всем большое спасибо за просмотр и пока-пока!